усталые игрушки. Привет, друзья! Я не собирался делать выпуск, но сегодня у меня день рождения, и я, конечно же, не могу не сделать видосик. Сейчас я расскажу теорию о том, как растягивается палочник и как лазеет по домам. Один подписчик сказал, что у палочника волоски как у паука, и он цепляется ими за здание. Но пауки же не растягиваются. Но растягиваются черви. Мы привыкли, что движения палочника мистические, животное не может так растягиваться. Но черви то растягиваются. И это не мистика. Похоже, мы с вами разгадали еще одну, очень важную загадку. На этом все. Всем пока.